Добрый день, дорогие друзья, гости на моем канале. Я, как всегда, рада вас приветствовать. Сегодня я посмотрела видео на канале Татьяна о комнатных цветах. В общем-то, в этом видео Таня показывала фиалку, у которой она обнаружила крестатность. Это екрыжий кот. Сейчас эта фиалка вот такая вот уже хорошенькая. Но когда росла детка, вот листочки, смотрите, они жесткие и все как будто бы такие вот, я не знаю, жмаканные. Вот даже видно. Вот они. Они деформированные. И вот этого центра верхушки тоже не было. То есть тоже были пасынки, а центр розетки не рос. Я сначала хотела выбросить эту детку. Хотела выбросить, а потом решила ее все-таки пересадить и понаблюдать за ней. И вот спустя полтора месяца где-то, я не знаю, дату я переписывала, сейчас посмотрю. Нет, как всегда, дату не написала. Ну, приблизительно полтора месяца прошло с момента пересадки детки со 100-граммового стаканчика в семерочку. И вот такая фиалочка выросла. И центр вырос. Вот, смотрите, какие красивые листочки. Идут ровненькие, хорошенькие. И цвести мы собрались. И в целом фиалочка чувствует себя замечательно. Один тут вот пасынок был. Так, ну, видно, да, коричневенькая. Это там вот рос пасынок. И где-то... И вот здесь, вот он. То есть центра не было. Сейчас все выглядит вот так замечательно. На самом деле вот эту крестатность, ее на начальных порах сложно определить. И крестатность, если посмотреть в интернете, она все-таки выглядит по-другому. Это фиалки, которые растут гребнем. У меня такого никогда не было. Я никогда этого у себя не наблюдала, не видела, только в интернете смотрела фото. Вот. А то, что не растет центр и фиалка пасынкуется, ну, это может быть связано либо с уходом, либо же, ну, какой-то все-таки идет сбой. Даже с пересветом это может быть связано. Вот если на этапе роста детки пересветить детку, то может быть даже такой. Вот у меня эта детка стояла под самой сильной лампой. И когда вот так жмакаться листики начали, я даже одно время подумывала о том, что это был пересвет. Я ее убирала, эту детку, из-под сильной лампы. Вот. Но, видимо, рост все равно в какой-то степени затормозился, что она прям долго на месте стояла и вот без центра роста, с такими листиками. А потом, я же говорю, после пересадки на окошке все вернулось на круги своя. Так что не спешите, не спешите выбрасывать. Конечно, я понимаю, что если там у вас один и тот же сорт, да, 2-3 розетки, то можно и выбросить, не жалко. Но если у вас вот одна единственная фиалочка любимого сорта, желанного сорта, то не выбрасывайте, не выбрасывайте. Вот. Обратите внимание, даже, я же говорю, на освещение, на полив, потому что может быть еще от полива, да, замокать у нас центр роста и пропадать. Либо же от переувлажнения, либо же еще от пересвета. Все, надеюсь, я была вам полезна. Пишите комментарии, делитесь своим опытом. Всем всего доброго. До свидания.